Вы смотрите новости. В Казалинском районе на сегодня зарегистрировано 6760 субъектов предпринимательства. 96,5% активно действующие. Это высокий показатель. Об этом на брифинге в РЦК сообщил аким района Мухтар Уразбаев. Малый и средний бизнес – одна из опор экономики района. С начала года казалинскими предпринимателями произведено продукции на 4 миллиарда тенге. Бизнес продолжает успешно развиваться. За полгода в районе еще 1461 предприниматель открыл свое дело. Растут объемы экспорта. На сегодня район отправляет свою продукцию в 7 стран мира. За отчетный период в Россию, Беларусь, Данию, Германию, Таджикистан, Китай, Нидерланды экспортировано 3539 тонн сельхозпродукции, а именно 2421 тонна риса, 557 тонн рыбы, 561 тонна камыша. Основной акцент в условиях маловодья в сфере сельского хозяйства на диверсификацию. В этом году в районе возделано 17377 гектаров земель. Рисовый клин составляет всего 6450 гектаров. Увеличены площади бахчевых культур, картофеля, овощей и кормов. Задача – обеспечить поливом все посевы и без потерь собрать урожай. В последнее время в связи с маловодьем сокращены площади расположенных на возвышенности рисовых полей в рамках диверсификации. Увеличены посевы пшеницы на 81 гектар, ячменя на 50 гектаров, картофеля на 15 гектаров, овощей на 50, бахчевых на 65, кукурузы на 15 гектаров. Дополнительно закуплены насосные установки. На сегодня в целом задействовано 29 насосов. На сегодня обеспечены природным газом 63,2% населения. Напомню, в прошлом году были газифицированы город Хазалы, Яулы Жалантос-Батыр, Перимов, Басы-Хара. Сейчас ведутся работы по подаче газа в аул Абай. Нами подана бюджетная заявка на строительство магистрального газопровода для газификации еще 5 аулов. В следующем году будут рассмотрены возможности финансирования данного проекта. Кроме того, совместно с одним из предпринимателей изучается вопрос прокладки газовых сетей за счет спонсорских средств в ауле Ахтам-Батыр. В этом году завершено строительство четырехполосной дороги между поселком Айтикиби и городом Хазалы. В райцентре будут асфальтированы 14 улиц, еще 25 вымощены гравием. В городе будут отремонтированы 15 улиц. Проводится ремонт внутренних дорог. В этом году будут реализованы 4 крупных проекта по среднему ремонту. Предусмотрено 1 миллиард 200 миллионов тенге. В итоге будут отремонтированы 59 километров дорог. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» будут построены 2 школы в поселке Айтикиби и в ауле Жанкожа-Батыр. А сейчас в райцентре строится школа на 250 мест. Родион Лебедев, Гуляя Ащекова, Галымжан Хужаков, Дархан Туксиит, телеканал Кызылорда.